Ой, вы уже здесь? Мы уже с вами играем? Всем привет, добро пожаловать в игру House Flipper. Мы с вами вернулись в мой любимый домик, и я решила, что мне не хватает фонариков. Я решила еще здесь фонарики, добавить здесь фонарики. И мне кажется, что когда мы с вами закончим проходить все задания, весь мой дом будет в фонариках, но я не против. И, кстати, мне подкинули одну очень интересную идейку в комментариях. Мне написали, что как бы кирпич здесь не особо смотрится, поэтому лучше добавить дерево. И теперь мой домик выглядит вот так. Опять у меня какие-то мухи летают, ребят. Опять у меня летают мухи. Все, закрываю дверь. Все, хватит. Хватит, у нас тут и так слишком много мух. В общем, теперь моя кухня выглядит вот так. И мне очень нравится, слушайте. Я когда добавила вот это дерево, мне так сильно понравилась моя кухня. Маленькая и уютная. И здесь я тоже добавила дерево. В общем, короче, мне мой дом очень нравится. Давайте посмотрим, где мы с вами сегодня будем делать ремонт. Карта заказов. У нас есть целых 2 заказа. Давайте глянем, куда мы с вами можем сходить. Мы можем с вами сходить налево, и тут нас с вами ждет заказ, который называется «Старый добрый свадебный дом». О, ребята, свадебный дом! Для родителей большая радость, когда их дочь выходит замуж. Или 2, или 4. Одна за другой. Проблема в том, что каждая из них заслуживает настоящую церемонию празднования с семьей и друзьями. Однако это может немало стоить. К счастью, Джо МакГилл бизнесмен и, кроме того, умный парень. Он подсчитал и разработал план. Давайте посмотрим, какое у нас есть еще задание. Тыц-тыц-тыц. И деликатесы Мэй. Креативная душа, владелица стартапа, любительница итальянской кухни. Мэй полна талантов. Что бы она ни делала, она сделает это со вкусом. Несмотря на свои многочисленные обязанности, она решила сделать кое-что еще. Она выведет свое многолетнее хобби на следующий уровень и начнет вести кулинарный влог «Деликатесы Мэй». Но сначала дома нужно сделать кое-что еще. Давайте мы начнем с вами со свадьбы. Мне кажется, что должно получиться очень и очень интересно. Поехали. Значит, мы с вами принимаем старый добрый и... Ребята, это мы с вами будем готовить свадьбу в амбаре, наконец-то. Я уже думаю, когда мы с вами наконец-то сможем подготовить свадьбу в амбаре. У моих воробушков есть особые ожидания от их свадьбы. Видимо, они не заметили, что я не Рокфеллер. Выбор – стать банкротом или провести свадьбу дома. Выбора нет. Устроим здесь что-то грандиозное. Понадобится большая кухня, сцена для группы, танцпол и столики для гостей. Как по мне, нет ничего лучше старого амбара в таком живописном месте. Мои девочки считают так же, как красиво. Good wedding barn, good old wedding barn, да? Да, старый добрый свадебный амбар. Ребята, свадьба в амбаре! Мы, кстати, с вами в Sims 4, когда такую свадьбу, по-моему, делали. Так. Стоять. Давайте мы, наверное, вот это все поубираем. Мне кажется, что это надо все сейчас попродавать. Так, ну здесь вроде бы все not so bad. Это мы с вами продаем, 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 продаем и продаем. Я так понимаю, что у нас будет вон там построена сцена. Но я не уверен. Наконец-то музыка заиграла. Слушайте, меня так смущает, что у нас там музыка не играет. Здесь мы что-то будем строить? Сток сена... В смысле завершить? Может быть... А, не надо продавать? Серьезно? Ну, окей. Хорошо, я не буду... А, видите, нам тут с вами надо что-то достроить. Короче, сейчас разберемся. Мы должны, наверное, вот это все попродавать. Кому оно здесь все нужно, когда мы с вами тут стройку устраиваем? Это все продаем, продаем. Уложить потолочную, уложить напольную. Хорошо, давайте глянем, значит, потолочную. Главное не перепутать, потому что в прошлой серии, когда мы с вами, по-моему, в амбаре делали ремонт, я сначала, по-моему, потолочную пыталась уложить на пол и думаю, что-то не то, что-то как-то не вяжется. Потом читаю, там же написано, потолочная. А что здесь у нас должно быть? Пока что не очень понятно, давайте внутрь зайдем. Ой, ну не надо мне по носу давать-то дверцей. Это мы с вами должны все попродавать. Хорошо, что мы с вами сейчас не должны работать вилами, потому что вы же помните, игра не фриз, пожалуйста. Ну не фриз, ну не надо так делать. Ты ж хорошая, у нас такая классная игрушка. Как же у нас тут много грязи. Как же, а давайте мы с вами сделаем по-умному. Мы вот так будем просто бегать и продавать. Мне кажется, игра так трошки меньше фризит. А у нас тут нет второго этажа. Только хотел сказать, у нас есть второй этаж. Как думаете, надо продать окно Кевина? Опять мы продаем с вами Кевина. Эх, Кевин, прости, пожалуйста, тебя снова придется продать. Бедный Кевин, знаете, мы все время берем и продаем Кевина. Тюк соломы, тюк силоса. О, это же giant marshmallow, ребята, это же огромное marshmallow.
Ставьте лайк, кто тоже захотел маршмеллоу. Знаете, что самое интересное? Недавно в Инстаграме видела рецепт тортика, по-моему, из шоколада. Короче, делается микс из муки, шоколада, потом еще, по-моему, сливки туда идут. И потом он получается, ну, то есть такое тесто, оно жидкое, заливается в этот самый, ну, заливается в какую-то форму, выпекается, потом сверху туда пихается маршмеллоу очень плотненько и опять запекается. Ребята, это просто что-то чем-то. Есть, по-моему, такой рецепт с теми самыми, как они называются, какие-то наджи крекеры, гарри крекеры, джинджер крекеры, не помню, как точно называется. А есть, так, это что у нас, дверь, построй стены, построй верхние стенки, высокая дверь, а почему одна? Ну ладно, хотят одну, хай будет одна. Значит, и вот это вот все запекается, но так выглядело просто бимба, ребята. Так, продаем Кевинов. Пока, Кевин. Слушайте, красиво, мне нравится. Мне нравится то, что у нас тут получится, я просто примерно представляю. Я помню, когда я для Sims строила подобный амбар, я пересмотрела кучу всяких фотографий. Я пересмотрела все, что кому можно было и нельзя. И мне так нравились вот эти вот свадьбы в амбаре. Правда, честно говоря, я бы поменяла цвет стен. Я бы взяла, может быть, какой-нибудь светло-коричневый, но как бы нам тут выбор не особо дали, поэтому... Окей! Так, это мы разместили. Еще окна, еще больше герады. Прости, Кевин, у нас сегодня только герада. По-моему, у меня уже голос садится, ребят. Я, наверное, сейчас буду как телега скрипеть. Но шо поробишь, я просто этот ролик после стрима записываю. А, кстати, кто из вас угадает, после какого стрима я записываю этот ролик, и, по-моему, у меня совсем сел голос. Так, мы должны это все с вами установить, понимаете? По его просьбе... Тут должен быть только пьедестал, фонарики и эти столики. Но мы же с вами так просто не сможем взять. Ну вот теперь вроде как ровно. И мне нужно добавить 3 ступеньки. Но я хочу не 3, а 4. Давайте вот тут сбоку у нас будет 1, потом 2. Вход будет сбоку здесь и вход будет сбоку здесь. Разворот. Так, давайте сделаем хопа. И разворачивайся. И у нас здесь будет 1 ступенька. Так, давайте станем как-то ровненько. Оп, и вот тут рядышком еще. Все, никто же не против. Слушайте, 96 тысяч бюджета. Почему так много? Зачем так много? Может, правда, стол? А, 1000 стоит. Мне бы хотелось, знаете, тогда ножки, материал. Давайте, может быть, какой-то кофейный. Может, пастельно-розовый возьмем? Или бежевый? Бежевый, в цвет штор. Вы что, не знали, что здесь все подбирается в цвет штор? Белое дерево и, наверное, белое дерево. Мне кажется, что такой будет вариант лучше. 10, ребят. 10 свадебных столиков. Ой, как же вас тут разместить? Хочется как-то асимметрично трошечки, поэтому давайте 1. Потом я хочу 2. Ну да, асимметрия сказала, до побачення. Значит, что нам еще нужно добавить? Нам нужно добавить подвесные лампочки, фонарики. А, нам такие нужны. Давайте эльки возьмем. Я бы их наверху разместила, но... Слушайте, а если здесь... Ну, это как-то странно выглядит, честно вам скажу. Не, я бы хотела их наверх. Итого мне пришлось вот здесь развесить эти фонарики, потому что, к сожалению, там они не засчитывались. Но, знаете, выглядит очень даже неплохо, хотя я бы не вот эти брала. Я бы брала мои любимые. Я предлагаю здесь добавить, может быть, еще какие-то украшения. Давайте посмотрим, что у нас есть из декора. Я думаю, что мы, наверное, добавлять вот это вот все с вами не будем. Я предлагаю взять, наверное, из вот этого вот декора, глянем, что у нас тут есть из растений. Мне кажется, что тут не хватает, может быть, каких-то горшков, кстати. А давайте, может быть, возьмем вот такую вот монстеру. Я бы взяла, может быть, розовый, ну давайте розовый вариант. И вот такую вот большую монстеру. И где мы можем ее поставить? А давайте у нас одна монстера, ну, например, будет вот здесь... Потом еще одну можем в том углу. Мне кажется, какой-то зелени и каких-то украшений. Ну, прям вот не хватает, здесь не хватает. И знаете, что бы я еще добавила? Несколько диванчиков. Ну, вот хочется посидеть, отдохнуть. Может быть, поболтать с кем-то в тихой атмосфере. Так, вот это нам, наверное, с вами все не понадобится. Пальмы, пальмы, слишком много пальм. Ну, это не понадобится. У нас тут есть хоть какие-то... А цветочков у нас нет. А можно хоть какие-то цветочки? Хочется маленькую, например, вазочку. Может быть, такую, знаете, совсем миниатюрную поставить с каким-нибудь красивым кактусом? Давайте, может быть, вот такие вот форзиции. О, смотрите, какие они красивые, такие вот бежевые. Можно, пожалуйста, пожалуйста, игра.
Нельзя, ребята, нельзя. Тогда давайте хотя бы музыкальные инструменты добавим. Но сначала хочу мебель. Мебель, гостиная и давайте возьмем диваны. Я думаю, что здесь отлично впишется либо вот такой вот какой-нибудь деревянный диванчик, либо можно взять софа. Слушайте, тогда давайте отсюда возьмем мебель. Вот здесь у нас будет диванчик, потом напротив, разворачивайся. Вот здесь у нас будет вот такой вот диванчик, и я предлагаю, может быть, вон там поставить. Ну, мало ли, кто-то хочет посидеть, что, нельзя, что ли? Можно. Вот здесь давайте разместим, мне кажется, он как раз здесь... Писывать. Все, здесь у нас тоже есть диванчик. Давайте посмотрим, что у нас есть из инструментов. И я надеюсь, что я смогу их добавить на сцену. Хотелось бы, конечно. Хобби, вот, смотрите. Банджо. Потом скакалки. Нет, давайте без скакалок сегодня. Давайте в следующий раз. Скрипка, пианино. Давайте пианино возьмем. Белое дерево. И у нас тут будут играть. О, ребята, можно добавить. И здесь я хочу разместить, наверное... Наверное, вот здесь где-то пианино у нас будет. Потом... Мы с вами должны добавить что? Гитара. Конечно, у нас будет белая гитара. Белая гитара. Нет, не хочу белую. Давайте тогда не белую. Давайте... У нас есть еще фортепиано. Давайте, может быть, вот такой вариантец. И гитара у нас, например, будет раз, две гитары. А там уже банджо. У нас будет и банджо, и гитара. Электрогитара нам не понадобится. Скрипка. Вот такая вот серая скрипка. У нас есть такой вариант. Давайте вот эту возьмем. Вот уточки у нас будет скрипка. Ну, будем считать, что там крючочки есть, чтобы можно было их повесить. Я бы еще, конечно, какие-нибудь лепесточки на пол. Слушайте, а у нас есть лепесточки на пол? Пол. Пол. О, цветочный. Бим! Ребята, есть! Красота! Розовые лепестки. Давайте у нас здесь будут розовые лепесточки. Я бы взяла еще, наверное, какие-нибудь маленькие. Насыпем, давайте, вот. Набор лепесточков. Вам сколько этих лепесточков? Вам целый набор или поменьше? Давайте вот здесь у нас будут еще лепесточки. А тут будут какие-то другие лепесточки. Я хочу микрофон. Микрофон. Но у нас нету микрофона, понимаете? В чем проблема? Ну, давайте, может быть, вот так вот как-то развернем. О! Вот здесь у нас будут вот такие вот. Можно было бы, конечно, еще несколько белых набросать. Давайте, может быть, возьмем вот эти. И белых у нас нет, да? Пастельный розовый. А, белый есть. Предлагаю, может быть, ну, как-то вот так вот небрежно здесь, потом можно здесь. Ну что, ребят, амбар теперь выглядит вот так. Я даже решила добавить вот такую вот надпись «Love». И, кстати, вы знали, наверняка знали, что вот эти платформы можно перекрашивать. Давайте посмотрим, что должно быть здесь, потому что мы с вами так и не поняли, что здесь должно быть. Здесь должна быть высокая дверь. Ну, окей, хорошо. Уложить, высокая дверь, где ты вообще должна быть? Белый возьмем, белый, и давайте глянем, где ее надо, вот здесь, окей, хорошо, добавляем, а на пол тут ничего не надо, построй стенки и верхние стенки, ну, давайте разбираться. Ну, допустим, достроили мы с вами эти комнатки, уложите панели, купите предметы, я же говорила, что это не все. Что у нас тут будет еще очень много дел. Светло-коричневые повернутые панели. На ком или на чем они повернутые? Так, забираем раз. Значит, здесь у нас, наверное, должны быть вот эти вот панели. Ну, скорее всего. Выкладываем. И вот здесь мы с вами тоже выкладываем. Мне нужны еще трошечки этих панелей. Все, супер. Да ладно, неужели я уже всю плитку уложила? Неужели мне хватило? Серьезно? Все. Фу, ребята, at last. Прекрасно, давайте теперь займемся... Наверное, дверями. Современный выключатель, ну да, конечно. Давайте у нас будет здесь один выключатель, а здесь будет второй выключатель. Что нам с вами еще нужно добавить? Ну, наверное, настенные лампы, узкая ванная дверь. Узкая дверь в ванну! Значит, белая, белая. И, кстати, здесь можно, например, стекло внизу. Ручка, детали хай будут белые, рама тоже будет белая. И мы должны разместить, значит, стоять... Ага, мы с вами вот так должны все разместить. Раз. В смысле, а где 2 и 3? Давайте 2 сразу же. Оп. И нам еще нужна третья дверь. Слушайте, мне нравится этот амбар. Мне нравится, каким он у нас получился. Значит, здесь мы с вами двери добавили. А раковина? А почему одна? Перфект. А светильники? Слушайте, мне кажется... А, 2 зеркала и 2 светильника. Все просто. Только я выбирала белый. Я помню, что я выбирала вот белое дерево. Значит, у нас будет... Блин, ребят, можно так сделать? Понимаете, в чем проблемка? А,
маленькая такая. Я два рядышком не смогу добавить, да? Смогу? Вау! Ребята, вы понимаете, что они не становятся симметрично? Причем самое интересное, что часть унитазов у меня трошки вправо сдвинуты, часть трошки влево. И как это называется, игра, куда симметрия пропала? Ну как же? Как же нам нужны симметричные унитазы? Я уже успела здесь раковину разместить. Давайте, может быть, мы с вами сразу же большое зеркало. Как у нас там с вами все это получилось? Одно у нас, наверное, зеркало будет туточки, а второе будет туточки. Вот. Нет, можно, конечно, взять геометрическое настроение. А, настенное. Ребят, я читаю геометрическое настроение. Я думаю, это как? Это геометрическое настроение украшения, олень. Не, ребят, у нас тут нет никаких геометрических настроений. Как вы думаете, что такое геометрическое настроение? Это как? Это как, это зачем и почему? Кстати, ребят, а часы? Time for love! Или что-нибудь такое? Нет, у нас такого нет. Ну тогда Модареллу возьмем. Модарелла есть? М? Ну, кстати, а вот здесь у нас будут часы. Чтоб ты сходил такой в туалет и сразу же бегом-бегом. Как это? Который час? It's wedding time! О! Бимба, смотрите, как сразу красиво. Мне кажется, или у нас, получается, вот эти вот туалеты самые симпатичные вышли. Так, стой здесь. Над чем вы дольше всего работали в этом амбаре? Над туалетами? Разверют. Я надеюсь, я там правильно их поставила? Ребят, я ж там педалькой вперед, а то будет сейчас очень смешно, если я педалькой назад разместила. И потом заказчики такие, ты что, дурная сало, куда ты разместила это все? Нет, здесь все ровно. Педальки, педальки, педальки и педальки. Все, бимба. Так, здесь у нас все very good, там у нас все very good. Давайте посмотрим, что у нас там должно быть. Слушайте, у нас целая серия посвящена вот этой свадьбе. Я надеюсь, что заказчики будут довольны. Нам с вами здесь что нужно разместить? Черные панели, тимба, серая плитка. А где у нас она должна быть? Только здесь. Закройте дверь. Здесь занято. А здесь? Здесь тоже тимба. Белый бетон это где? Задание не надо уложить потолочное. А, она уже есть. А, тут тоже это Луна. А, ребята, это кухня. Давайте светлый, давайте темно-серый. Смотрите, как интересно. У нас здесь три холодильника снеговик. Значит, давайте будем считать как. Это, допустим, холодильник для закусок. А, здесь у нас, может быть, будет холодильник... Не влазит вот здесь. И давайте еще один здесь. Там, допустим, для вина. А здесь будет, допустим, для тортика или еще для чего-нибудь. Мне нужны два вот таких вот Пэкстон. А, Паксон. Я думала, что это Пэкстон, Пэксон. Наверное, мы с вами... Хопа, сколько у нас? 75 на 250. Как думаете, влезет? Нет? Я боюсь, что нет. Влезешь? Скажи, что ты... Блин, не влазит, зараза ты такая. Тогда мы холодильник этот вот сюда переставим. А что у нас есть для кухни? Декор. Нет, это мне не надо, мне нужны аксессуары. Слушайте, мне денег вообще хватит? А то я как-то так это вот губу раскатала. Давайте еще парочку этажерок. Ну, вдруг разобьют одну этажерку? Ну, бывает, ну, люди там локтем задели и добрый вечер. Все, этажерки нет, и что же быть? Надо что-то где-то... Брать, давайте, наверное, еще стаканы. Я думаю, что миксеры. О, имбирный пряник. Слушайте, ребят, я есть хочу. Я этот ролик, я вам уже сказала, что я его пишу после стрима. И получается так. Крышка. Нет, а можно блюдо с крышкой? Крышка. Блюдо с крышкой. О! Супер. Давайте возьмем эльку. Что-то большое. Тут будут носить белые покрывала. Давайте светлый. Оп! Ребята, представляете, что там может быть? А если мне как-то... Оп! Оп! Тихо. Ну почему она так становится? Она упадет кому-то на голову и все. Ну почему ты не хочешь становиться? Ладно. Не хочешь тут, заставим там. Ребята, она нигде не хочет становиться. Я хочу хоть где-нибудь разместить вот эту... Хорошо. Я сделаю сейчас иначе. Смотрите, как я сделаю. Вы, наверное, такого никогда еще не видели. Стоять. Вернись. Вместо того, чтобы купить какой-то стул, я решила купить стальную мусорку. И тогда уже миска мана-мана-мана должна размещаться ровненько. Так, давай. О! Ну, вот то, что мне и надо было. Нельзя было сразу. Мне здесь нужно что добавить? Ого! Кухня!
Я же говорила, что у нас должна быть кухня, шкаф. Олена, Оленка, нам нужен шкаф, Оленка. Мне кажется, нам тут надо, знаете, что сделать? Светло-коричневые, солнечная желтизна, кремовый, нет, давайте черные, розовое золото, давайте черные. Столешница белая, светло-коричневые, блин, детали я бы черные, ребят, ну, мне не очень нравится. Давайте белый с черным. Давайте сразу же все добавим и посмотрим, что у нас из этого получится. Я хочу один здесь. Попробуем рандомненько трошки так. Ну, чтобы никто никому не мешал. Там один повар готовит, там другой повар готовит. И чтобы никто никого не пихал, не мешал. Ой, значит, мне надо взять угловой, черный и деревянный. Ну, в принципе, неплохой вариантец. Только, ребят, я пока не очень понимаю, как мне это все размещать. Мне надо, смотрите, мне надо два угловых. Мне надо два угловых, поэтому мы сразу же их с вами берем. И вот здесь размещаем. Значит, оп. Раз. Я так понимаю, что здесь кривенько качечка, поэтому давайте мы... Оп. И тогда с той стороны тоже добавляем. Раз. Берем и разворачиваем. Да, влазишь, ты же молодец. Ты же моя краля. Давай. Оп. Красиво. Потом между ними я тоже хочу добавить, чтобы не было пожара. Надо добавить между ними, конечно же, шкафчик. Мы знаете, как с вами сделаем? Раз. Потом здесь будет два. Сколько там нам надо? Вот так. Хе-хе-хе. Иди сюда. Оп. И здесь будет плита. Вот так у нас будет стоять плита. Можно еще нет? Нет, не можно. А это поглубже. О, можно. И тогда вот эта плита у нас будет трешки сюда. Красота. А нам с вами надо шкафчики настенные? Или нет? Фух, миксеры. А, так не надо. Все, остались только аксессуары. Давайте возьмем бежевый. Красный. Красный, да. У нас будет красный миксер. Красный миксер у нас будет здесь. Потом у нас будет вот здесь. Такой вот красный миксер. Еще один красный миксер будет стоять туточки. И уточки у нас вот туточки. Все, супер бимба. А, тоже возьмем, давайте, красный цвет. Мне нравится. Сколько там штук? Подставка 4 раз. Потом будет 2. 3. И вот тут будет 4. Ребята, мне нравится. Слушайте. Так, здесь, наверное, будет темный, темно-серый. Давайте возьмем темно-серые. Мне нравится этот заказ. Слушайте, мне он так нравится. Тогда здесь раз, потом у нас будет два, наверное, три, и, ну, наверное, хай будет 4. Мне кажется, так будет самый лучший вариант. Берем подставку. А чего ножей так мало? А мне кажется, что как-то маловато. Значит, здесь у нас будет раз подставка, и здесь, наверное, два. Ну, возле раковины разместим. Маловато как-то. А почему сушилка одна? Слушайте, что это за экономия на сушилках? Нет, должно быть две. Никакой одной. Mm-mm. Ну как, возле каждой раковины должна быть сушилка. А где я буду сушить? Я взяла там, не знаю, чашку. Мне надо ее куда-то поставить. Куда-нибудь. Так мы не делаем. Так у нас не делается. Смотрите, какая бутылка. Это Lizard Powered. А вам не кажется, что это... Я думала, что это что-то типа текилы. Но вообще оно мне напоминает Athens. Я помню, когда мы учились в универе, у нас был английский язык. Не спрашивайте, почему у нас на английском языке поднялась тема, как читается абсент. Athens. Мы очень долго прикалывались и говорили Athens. Let's go to the bar and drink some Athens. Ну, действительно, звучало очень забавно. Так, мы добавили с вами парочку этих летающих свинок. Здесь можно, кстати, добавить парочку контейнеров. Декор нет, аксессуары, контейнер. И нас интересует контейнер. Давайте, может быть, возьмем какие-то... Ну, даже не знаю, какие вам контейнеры предложить. Может быть, что-то такое, типа коробки. Ну, коробочки, мало ли. А, может быть, здесь там ножи и вилки или еще что-нибудь привезли. Или, может быть, салфетки. Непкин. Там есть непкин. Мне всегда нравилось это слово. Непкин. Такое забавное. И о... Стоять. Непкины, только не падать, понятно? Так, подождите, а что я здесь должна сделать?
завершить. А что я именно должна сделать? Может, я просто их как... Ребята, смотрите, как интересно! Мы должны тут с вами сейчас организовать... Все, я поняла. Я еще думаю, что это здесь у нас... Мы должны с вами собрать скамейки! Вон у нас, кстати, пример есть. Какие должны быть скамейки? Добрый вечер, Даш! Ну как же ты могла не заметить? Ну я могла не заметить. Я же блогер. А у блогеров нормально что-то взять и не заметить. Так, это мы добавили. Блин. Ребят, House Flipper просто умеет удивлять. Как думаете, какой будет следующий набор в House Flipper? Может быть, правда, уже был анонс, а я вас так спрашиваю. Ну хорошо, что бы вы хотели, чтобы в House Flipper еще добавили? Потому что я, честно говоря, даже не представляю. Может быть, знаете, что хотела бы? Если опять-таки еще не добавили. Может быть, какие-нибудь подводные... Подводные, надводные домики. Ну, типа, знаете, вот эти вот, как в Sims 3 есть подводные. Точнее, не подводные, надводные как раз. Ну, вот эти, не яхты именно, а дома, плавучие дома. Или же, кстати, знаете, что можно было бы еще добавить? Жизнь на острове, ну, вот как в Sims 4, какие-нибудь такие вот островные. Ну, а такая тематика в Sims 2. Мы с вами видели островной домик. Поэтому, хотя мне кажется, что и в таком вот House Flipper можно было бы добавить острова. Мне кажется, было бы очень симпатично. Слушайте, а сколько у меня денег? 39 тысяч. Кстати, заметьте, мы с вами 80 тысяч просто на изи потратили. Так, давай размещай. А, по-моему, я не везде попала, кстати, с этими... Или везде? Везде? Да ладно. Ну? Ну, надеюсь, что можно... трошки кривенько размещать, и никто... А, никто ни на кого не бежит, слушайте. Тут можно как попало. Блин, ну мне так нравится, ребята. Мне прям очень нравится эта локация. Я хочу что-то такое подобное в Sims 4 построить. Ну, конечно, Даша, арка! Ребята, я как поняла, что у нас тут должно быть. Сейчас вам все объясню. Смотрите, как красиво. Во-первых, посмотрите, какой тут вид. Тут еще и светлячки. Ребят, мне нравится это место. Мне тут так нравится. Слушайте, а мне тут дорожку им не надо организовать? Может, какие-то цветочки? Нет, не хотите? Ну ладно. Тогда давайте отправляться на экскурсию. Сейчас я туда пробегусь. Стоп. Цветы. Тут должны быть цветы. Причем я хочу взять вот эти вот красивые цветочки. Я хочу... О, подсолнухи! Конечно! Давайте возьмем... Давайте бежевые. Нет, ну ямочки маленькие. Давайте возьмем элечки. Элечки, элечки у нас будет здесь. Раз. Потом будет здесь два. Потом будет здесь три. Мне нравится эта локация. Мне прям нравится. Итак, мы с вами приехали. Мы только приехали. И у нас получился вот такой вот амбар, ребята. Мне прям нравится. Проходим с вами вот сюда. Здесь ничего не надо было добавлять. Сейчас игра сохранит нас. Мы с вами заходим и попадаем вот такой вот... Стоп, я же хотела попробовать дерево перекрасить. Давайте попробуем. Если получится, я буду довольна. Если же нет, я скажу... Оу, сори, солнышко. Я не то хотела сделать. Давайте я проверю. Если меня сейчас пошлют куда подальше и лишат работ... А, я наверх не дотянусь, ребята. А я наверху, наверх. Или смогу? Давайте проверю. Можно? Ребят, ну они не ругаются. Знаете, что самое смешное, ребят? Я не знаю, как лучше. Так, как сейчас или с тем красным цветом? Напишите в комментариях. Ну, а я пока что продаю остатки дерева. И мы с вами отправляемся на экскурсию. У меня уже совсем сел голос. Мы с вами выходим вот сюда, разворачиваемся и снова заходим. Наверное, со стороны это выглядит крайне странно. Итак, мы с вами заходим и попадаем в главный зал. Проходим вот сюда, и здесь у нас туалет. И давайте сразу же закроем дверцы. Здесь закрываем. И проходим с вами вот сюда, здесь у нас еще туалеты. Тут мы закрываем, тут мы закрываем. Слушайте, мне нравится. Мне нравится то, что у нас с вами получилось. Закрываем эту дверь, закрываем вот эту дверь. Проходим с вами вот сюда. Ж-ж-ж-ж. Я даже смогла с помощью крюка вот туда наверх подняться, ребят. Кстати, очень и очень удобно. Значит, здесь у нас получается кухня. Мне кухня прям очень нравится. Смотрите, какая она симпатичная. Знаете, что нужно еще добавить? Нужно добавить часы. Давайте мы здесь добавим часы. Мне кажется, на всякий случай, вот можно либо здесь,
Давайте, наверное, возьмем какие. Здесь у нас белые. Давайте, может быть, возьмем кедр. Эсочку кедра. Вот здесь у нас будут часы. Все, супер. Ну, на всякий случай, чтобы они знали, который час. Значит, здесь у нас вот такая вот получилась кухня. Здесь у нас, получается, холодильники и всякая кухонная утварь. Мы с вами проходим вот сюда. Закрывай дверь. Игра, не фриз, пожалуйста, я тебя очень прошу. Здесь у нас welcome. И там у нас welcome, и у нас есть еще love. Но здесь мне локация даже больше нравится. Ребят, вот серьезно. Можно здесь сесть? Да. Смотрите, какая красота. Мне здесь очень нравится. И мы с вами проходим вот сюда, и здесь у нас будет проходить свадебная церемония. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего сегодняшнего ремонта. Обязательно напишите, что вы думаете по поводу красного цвета и деревянного цвета. Я не знаю, ребят, вот серьезно, я пока работала над этим всем, я думала, что я уже не закончу с этим ремонтом, потому что это было так долго. Знаете, что самое сложное? Самое сложное, что вот здесь все по одной полосочке выкладывалось. Здесь мы могли по 3, по 6, или сколько там, 4 и 6. А здесь можно было только по одной. Я уже не знаю, я тут запрыгивала и там же наверх же, что же надо залезть? Мне пришлось эти диваны двигать, в общем, короче, я не знаю, ребят. Вот серьезно не знаю, может быть здесь нужен был вообще какой-то другой цвет. Ребят, напишите в комментариях. Ну а мы с вами будем отдавать прибыль 79 тысяч. И они ничего нам не сказали. Нам ничего не сказали, поэтому what's the problem? Мы тут ни при чем. Мне нравятся вот эти вот фонарики. Ну, что думаете? Я бы здесь тоже те фонарики повесила. Ну, не знаю, мне кажется. Кстати, надо было здесь пару фонариков. Ребят, там надо было фонарики добавить, мне кажется. Надо везде много, Даше нужно много. Знаете, что можно было сделать? Можно было добавить столбы. Между столбами натянуть фонарики. Скажите, пожалуйста, почему гениальные идеи приходят потом? А может быть, так нельзя было сделать? Но я же здесь могла между столбами натягивать фонарики. Может быть, и здесь можно было так сделать? Слушайте, ну это достаточно большое задание, посмотрите. Если все остальные мы с вами где-то минут за 15-20 могли выполнить, то здесь я, по-моему, часа 3 просидела над вот этим вот амбаром, но мне кажется, оно того стоило. Смотрите, у меня уже солнышко село, и надо уже вообще-то отдыхать. Мне нравятся вот эти вот фонарики. Я, наверное, несколько раз уже сказала за этот ролик, как они мне нравятся, но они мне действительно очень нравятся. Я надеюсь, что вам и ролик понравился. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока!